Блин, опять эта бандитская рожа, ребят. Ой. Кого я вижу? Ну, заражен. Зараженный, да. Причем их много. Вообще куда-то там побежал. Сейчас я попробую пройти здесь. Подожди, так нафиг надо, надо бежать. Да я бегу! Офигеть! Так, сюда! Вот это же скач, ребят! О май гад! Давай, бежим, бежим, бежим сюда! Вот сюда! Так, дальше, дальше, дальше куда? Вот сюда бежим. Так, вот эта труба нам явно пригодится. Ой, твари, ой, твари. Быстро к двери! Найс! Хватаем патрончики. Фух. Ну чё? Где, 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 где? А, вот здесь вижу. Как нам туда залезть? Используем её! Замена есть. Отлично. Слышь, подруга! Помоги нам с этой штукой! Толкай её на тележку! Внутрь. Фигово. Не подпускайте ко мне сразу. Хорошо. Ух ты! Где, 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 где? Офигеть! Ах ты тварь! Я почти... Дайте мне одну минуту!
Просто жесть! Ах ты, тварь такая! Вылезайте в окно! Идем! Я помогу. Не, ребят, это была жесть. Держись ближе к нам! Так это еще не все, надо бежать. Сюда! Давайте! Отсюда! Не тормози! Всем к дверям! Сюда! Пошли! Так, я Томми. Это Джоэл. Тебя как зовут? Эбби. Эбби, ты в порядке? Да. Они прорвутся. Нужно уходить. Не бежать же от них до Джексона. Надо забаррикадировать дверь. Томми, нельзя здесь оставаться. У лошадей не хватит сил, мои чтобы... Мои друзья в доме к северу отсюда. Он огорожен, там можно держать оборону. Особняк Болтонов. Это вариант. Ладно. Я открою! Так, поедешь со мной. Давай. Пойдем! А этот откуда? Когда мне было 12, я нашла скейтборд. О-о. Попыталась на него встать. А он из-под меня как выскочит. Ну, а шрам-то откуда? Упала на свой нож. Ладно. Химический ожог. Это я сама. Зачем? Скрыть след укуса. Вот здесь. На меня напал зараженный. Мне было 14. И оказалось, я иммунна, так что остался только круг от зубов и рубцы и... Ау! Иди к черту. О, эй! Я же тебе рассказала правду. И я тебе рассказала правду. Тебя укусить? Ты слышала? Джесси? Черт. Только не заходи, ладно? Стой! Подожди, что пожалуйста! Что? Да отвернись ты! Что ты делаешь? Вы издеваетесь? Ты должна быть в патруле. Но там же пурга. Это травка? Зачем пришел? На тебя рассчитывают, понимаешь? У нас важная задача. Тогда почему ты не в опорном пункте? Потому что Томми и Джоэл не пришли. То есть как? Мы их час прождали. Я искал их лошадей и увидел здесь свет. Может, они в город вернулись? Без всякой замены? Нет-нет. И большую площадь ты уже осмотрел? Не очень. Разделимся. Пойдем с разных сторон. Прочешем все за считанные часы. Не хочу, чтобы ты ехала одна. Мы не знаем, что там. Именно. Вдруг им нужна помощь. Ладно, я на запад, Дина на юг, ты пойдешь с востока. Но действуй разумно, хорошо? Да. Ага!
Заходим в дом! Ты нас напугала. Ясно. Вы как, в порядке? Нормально. Спасибо. Ага. Можно с тобой поговорить? Ты хочешь снять седло? Нет, нет, все в порядке. Мы просто переждем бурю и уедем. У вас тут есть щетки или полотенца? Тебе чертовски повезло. Не представляешь, как. Как ты сюда электричество провели? Ты где вообще была? У нас на крыше солнечные батареи. Кто все эти люди? И давно вы здесь? Еще со вчера. Со вчера? Да. И что ищете здесь? Просто проходили. А вы тут живете? Ну да, в паре часов пути. Может, пойдете с нами, наберете припасов в дорогу? Да, спасибо. Меня зовут Мел. Томми. А это мой брат. Джоэл. Вы что, слышали о нас? Да, слышали. Нора, все в норме? В отключке. Тащите его к стенке. Томми! Отцепитесь! Отвалите! Пута мадре! Джоэл Миллер. Ты кто? Угадай. Почему бы тебе не произнести заготовленную речь и покончить со всем? Перевяжи ему ногу. Ну же! Не вздумай дернуться. Черт! Твою мать! Отойдите. Не буду. Не, ну это, блин, вообще, это наглёшь такое. Это бандитская рожа, там еще руку поднимает на Джоэла. Ребят, надо спешить, потому что там Джоэл! Это может на самом деле далеко зайти, Томми! Поэтому будет лучше, если мы как-то реально побыстрее доберемся туда. И все им обломаем. И их обломаем. Ты в порядке, ты в порядке. О, вижу. Джоэл! Томми! Так, где они?
Сейчас давай бежим вниз. Черт. Так, вроде не здесь. Черт. Куда идти-то, ё-моё? Подвал. Держите ее! Отцепитесь! Руки свяжите! Отвалите от меня! Сука! Хватит! Все, успокойся! Ладно? Пусти! Вы все сдохнете, ублюдки! Что происходит? Отпустите его! Кто это? Отпустите Она пробралась! Его! Почему не было постов снаружи? Мы не думали, что кто-то появится! А чего вы ожидали? Надо уходить, пока за нами не бросился весь город. Все, хватит. Ты хочешь того же, что и я? Заканчивай. Быстро. Джоэл, вставай. Вставай, твою мать! Прошу, не надо! Не убивайте! Джоэл, вставай! Нет! Нет! Я вас всех убью! Нет! Нет! Привет. Привет. Я посижу, можно? Да. Мария хочет, чтобы ты поела. Она нас не остановит. Если захватим всех, кто нам нужен, чтобы справиться, Джексон останется без защиты. И что, мы их просто отпустим? Никто не хочет этого. Да, но так получается.
А если снова нападут охотники? Это твои слова или ее? Нет, это довод. Если бы убили одного из нас, Джоэл был бы уже на полпути к Сиэтлу. Нет, не был бы. Абсолютно точно был бы. Мы даже не уверены, что они из Сиэтла. Вашингтонский освободительный фронт. Ты сказал, это было на нашивках. А вдруг они украли куртки? Тогда... Вдруг Вов уже не там? Чего ты добиваешься? Знаешь что? Я завтра ухожу. Если хочешь, со мной пойдем. Ты не представляешь, на что идешь. Ты не знаешь, сколько у них людей, оружия. И мне пофиг. Ты меня не отговоришь. Дай мне денек. Поговорить с Марией. Ладно? Хоть кого-то она отпустит. А если нет? Ну, я что-нибудь придумаю. Всего день. Один. Ладно. Хочу зайти в его дом до нашего ухода. Надо кое-что забрать. Хорошо. Лошадям мне пробраться. Кажется, одну забрал пони. И Мария велела закрыть конюшню. Тут твою мать! Может, по пути что-нибудь подвернется. Машина, лошадь, что-нибудь. Ладно. Теперь все растянется намного дольше. Ну, значит, будет дольше. У тебя еще есть шансы отказаться. Я знаю. Не хочу, чтобы ты думала, что должна. Элли. Ты пойдешь, и я пойду. Вот и все. Идешь за рюкзаком? Он у восточных ворот. Я его там заранее припрятала. Ребят, по правде говоря, конечно, хочется сказать что-нибудь по этому поводу. Но на самом деле я не буду. Ну, одно понятно, что, конечно, мы с вами головы этим
бандитам поотрываем. Так что месть наша свершится, ребят. Эй. Что тебе нужно, я принесу. Я сама. Ладно. Все нормально. Идем. Я здесь подожду. Спасибо. Ладно, я думаю, с вами будем подниматься сразу наверх, потому что наверху там находится спальня. Давайте посмотрим, что там написала Элли в дневнике. Ах, эти обещания на закате. Кто такие ВОВ? Ну, нам уже сказали, это Вашингтонский освободительный фронт. Но мы с вами о них очень мало знаем. Ну, в общем, будем выяснять, будем распутывать это все. И будем с вами искать убийц Джоэла. Что-то случилось? Ладно, давайте пойдем вниз. Мария, я ушел в Сиэтл. Хотел бы не уходить, но не могу. Эти люди должны понести наказание. Элли попытается пойти за мной, останови ее. Отбери пушки, запри лошадей и ее запри. Выиграй для меня немного времени. Люблю тебя, Томми. Его там просто убьют. Он должен был взять меня с собой. А ты не дала нам людей пойти за этими скотами. Я не могла. Попытаешься меня запереть? Лучше б ты осталась. Чёрта с два я останусь. Лучше б ты осталась, но я тебя знаю. Ты пойдешь с ней? Да. То есть просто возьмете и уйдете? М? Да. Пешком? Да.
Я сказала в конюшне дать тебе одну лошадь. И патроны возьмите. Спасибо, Мария. Просто сделайте одолжение. Верните моего дорогого мужа домой живым. Конечно. Ну ладно. Идите, а то скоро стемнеет.